На Соборной улице сегодня было многолюдно. Здесь развернули свои палатки все 43 детских сада города. Каждая представленная наработка уникальна. У нас здесь представлены королевство румбуксов. Румбукс – это домик-коробка. Посмотрите, пожалуйста. Это наш основной румбукс. Сделан он из подручных материалов. Вся мебель сделана своими руками из дерева. Вот это основной, а вообще румбокс появился в Германии в 19 веке, а сейчас популярность приобретает у нас. Занимались поделками не только воспитатели. Активно в работе были задействованы и сами дети. И, конечно, самое близкое детям, что это? Ручной труд, музыкальное образование. И здесь во многих палатках вы видите представленные как работы наших педагогов, которые работают в разных техниках, так и работы детей. Основная задача ярмарки педагогического мастер-класса – это обмен опытом, полученный в результате творческой или экспериментальной деятельности воспитателей и логопедов. И все же это был не единственный повод собраться всем детским садам вместе. Сегодня во всей России отмечается День работника дошкольного образования. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Считается, что 159 лет назад в России появился первый детский сад. Вот с тех времен и по сей день ваш труд, он так необходим нашему обществу, необходим нашим родителям. А родители, они практически каждый день передают в ваши руки самое дорогое, что у них есть – своих детей. До этого года ярмарка проводилась каждую осень, но из-за коронавируса была сделана вынужденная пауза. Теперь, надеются педагоги, мероприятие вновь станет постоянным. Руслан Хорошев, Евгений Павлов, Новости дня.